Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас обзор на рыбку тернеция цветная, или ее еще называют тернеция карамелька. Считается тернеция идеальной рыбкой для начинающего аквариумиста. Все дело в ее неприхотливости. Единственным неудобством является тот факт, что такого питомца нежелательно содержать вместе с вуалехвостовыми рыбками. Они часто хулиганят и могут попросту пообрывать вуаль. Тернеция – это очень подвижная рыбка. Идеальные условия проживания требуют аквариум емкостью не менее 60 литров. Мягкая кислая вода, но сами тернеции готовы приспособиться к любой среде обитания. Наличие в верхних слоях воды плавающих растений. Освещение неяркое и крышка для аквариума, которая будет препятствовать выпрыгиванию рыбок. Ну и, конечно, подача кислорода. Содержание тернеции предусматривает еженедельную подмену воды в количестве 25% общего объема аквариума. Эти рыбки очень красиво смотрятся в аквариуме, в котором образован природный биотоп. Тернеции цветных не стоит селить вместе с петушками или с коляриями. Идеальными соседями станут подвижные и крупные рыбешки, вроде черных неонов, данио, кардиналов и подобных им. Помните о том, что это стайные рыбки. Чем больше стайка, тем лучше. Кормление. Тернеция цветная питается любыми кормами. Это очередной плюс этих замечательных рыб. Помните о необходимости подкармливать рыб живым или замороженным кормом. Тогда тернеция может вырасти до 5,5 см, а если обеспечить питомцу соответствующие условия содержания, то он будет радовать вас своим присутствием около 3-5 лет. Разведение. Для размножения годится пара рыб, возраст которых достигает 1 года. Самца и самку отсаживают в отдельную небольшую емкость, дают живой корм в большом количестве, обеспечивают кислой и мягкой водой, темным грунтом и водорослями с мелкой листвой. Для успешного нереста рыбам нужен рассеянный свет или вовсе полумрак. Но изначально тернеция карамелька или цветная тернеция подвергается окрашиванию с использованием химикатов, после чего они становятся бесплодными. На этом все, мои дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.